Так, покидаем наш уютный пляж и отправляемся в экспедицию куда-то вон туда, чтобы пятки шли по пенной струе с моря. Мягкая пенная. Пенка будет гладить ноги. Все, пошли. Вот так вот очень приятно идти. Опа, пеночка такая. Прошли ровно километр от нашего пляжа. У нас камешки такие, ну не совсем нормально идти, ну пофиг, но очень трудно идти вот так вот вдоль моря. А вот тут вот спустя километр вот вообще идеально такой утоптанный песок. Идти тут можно, бегать кроссы, блин. Вон вообще прикольно тут, классно. Да, пляж вот пустой какой-то. Непонятно почему, какие-то домики стоят, ну... Никого тут посетителей не видно. В общем, продолжаем идти пока туда. Прошли 2 километра вдоль моря. Решили возвратиться. Здесь опять камешки пошли. Ну и достаточная такая прогулка с нагрузочкой. Потому что трудновато вот так вот идти. Тем более босиком. В общем, шли мы, раз остановились здесь, трусы кинул, и вот тут вот классно, вход вообще идеальный, потому что здесь песок, вот этот вот, и вообще идеальный вход, камней ничего нету, классный вход, мы, короче, окунулись чутка, тут вообще классно, только вот уходишь, ветерок почему-то, у нас нету ветерка, наверное, потому что мы сразу же эти, под навесы идем. Может из-за этого? Ну, блин, вот тут идеально, блин. Тут вот какой-то элитный жилой комплекс, или что, или такой, или, блин, отелик небольшой. Ну, в общем, людей очень мало, а нормально, классно.